Приветствую на канале «Правильный выбор». Сегодня вы узнаете о телевизоре Samsung UE50AU9010UXRU. Ссылки на магазины с актуальными ценами я оставлю в описании. Надеюсь, что обзор будет полезен и вы оцените мои старания лайком, а также напишите приятный комментарий. Чтобы оставаться в курсе выхода новых обзоров, включайте колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Диагональ экрана 50 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка HLED, матрица VA, глубина цвета 8 бит, технология FRC, частота обновления 120 Гц. Кристально чистый реалистичный цвет. Технология Dynamic Crystal Color. Погрузитесь в изображение с миллиардом цветовых оттенков. Динамичный кристально чистый цвет обеспечивает исключительную реалистичность и детализацию изображения. Реалистичные цвета в высоком 4К разрешении. Crystal процессор 4К. Интеллектуальный апскейлинг до 4К позволит вам смотреть ваш любимый контент с низким разрешением в разрешении 4К. Кроме того, благодаря улучшенной технологии обработки цвета вы получите удовольствие от реалистичной цветопередачи. Увидеть детали в самых темных и светлых сценах. Поддержка HDR контента. Технология High Dynamic Range увеличивает диапазон яркости экрана вашего телевизора, благодаря чему вы сможете оценить все богатство цветовой палитры и великолепную детализацию даже в самых темных и светлых сценах. Пересмотрите свой взгляд на игру. Использование новейших игровых технологий поможет вам стать победителем в большинстве игр. Улучшенная четкость динамических сцен в ваших любимых играх. Технология Motion Accelerator Turbo. Улучшенная четкость динамических сцен в ваших любимых играх – уникальная технология динамического обновления от Samsung. Motion Accelerator Turbo обеспечивает более четкую передачу движения в 60 Гц моделях для поддержки VRR игр и 120 Гц контента. Симуляция сверхширокого монитора и игровая панель. Особые режимы с соотношением сторон экрана 21:9 или даже 32:9 обеспечивают расширенную область просмотра, необходимую для получения максимального удовольствия от игры. Оптимизируйте ваш игровой процесс с помощью игровой панели Game Bar, экранного меню, позволяющего менять настройки в реальном времени, включая изменения соотношения сторон экрана, задержки ввода, частоты обновления экрана, поддержки HDR, настройки беспроводных наушников и многого другого. Мгновенно реагирует на ваши команды автоматический режим с низкой задержкой. Включайтесь в игру быстрее с помощью режима Auto Low Latency Mode, который оптимизирует настройки экрана, уменьшая задержку ввода, благодаря чему вы сможете лучше контролировать свои действия в любой игровой ситуации. Оцените плавность передачи динамических сцен без размытия и дрожания изображения. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента с данной модели телевизора 211 см. Более тонкий и изящный, чем когда-либо. Дизайн Air Slim. Дизайн Crystal UHD отличается ультратонким профилем, что позволяет вашему телевизору легко вписаться в любой интерьер. Крепление максимально близко к стене. Настенный кронштейн Slim Fit. Теперь минималистичный дизайн вашего интерьера реализован именно так, как вы его задумали. Благодаря простому в установке настенному креплению Slim Fit ваш телевизор плотно прилегает к стене и естественным образом вписывается в ваше пространство. Избавьтесь от проводов. Решение Clean Cable Solution. Аккуратно уложите кабели, чтобы они не загромождали окружающее пространство и не портили красоту вашего телевизора. Размеры телевизора 112 см в ширину, 65 см в высоту, толщина 2,6 см. Вес 11,5 кг, цвет белый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление VESA 200×200. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.2. Видеть все на одном экране. Поддержка многоэкранного режима MultiView. Смотрите то, что идет по телевизору и на экране смартфона одновременно на экране ТВ. Будь то спортивная статистика в прямом эфире или прохождение игр, просто подключите телефон к телевизору и наслаждайтесь мультиэкранным режимом как никогда раньше.
Виртуальный звук, отслеживающий перемещение его источника. Технология Object Tracking Sound Light. Объемный 3D-звук с виртуальным верхним каналом звука позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране. Режим Q-Symphony. Окружите себя гармоничным звучанием телевизора и саундбара. Уникальная технология Q-Symphony позволяет динамикам телевизора и саундбара работать синхронно, обеспечивая лучший эффект объемного звучания. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамиков. Звук можно передавать по Bluetooth. На эту модель я нашел 3 отрицательных отзыва. Медленно работает и подвисает. Мало приложений. Неидеальный черный. Теперь расскажу о положительных отзывах, которые частично пересекаются с отрицательными. Тонкий. Маленькие рамки. Дизайн. Центральная ножка выглядит шикарно. Яркости хватает с головой. Смарт работает быстро. Очень удобный пульт. Хорошее изображение. Звук порадовал. Возможно, вы уже стали владельцем такого телевизора и поделитесь в комментариях своими впечатлениями от использования с нашими зрителями. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор и вы уже подписались на наш канал и включили колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров. Также мне будет очень приятно, если вы оцените видео лайком и напишите комментарий. Всем пока!